Вот, а сейчас вот, ну, молодой художник Екатерина Васильева скажет пару слов по поводу своего, ну, проекта. Идите нафиг. Не, серьезно, это сейчас я снимаю видео, ну, с этот, и environment, в котором, то есть для родителей, кстати, для мамы, как, ну, вот, где, ну, вот, в каком, ну, в какой атмосфере, ну, вот, Катя живет, учится и работает в Нью-Йорке. Вот, сейчас. То есть это ее рабочее место, ну, то есть где она, в общем-то, и творит, а творение это вот, вот, пожалуйста. Ну, а теперь, пожалуйста, художник скажет несколько слов по поводу своего проекта. О. Проект удался. Еще. Проект был очень интенсивный, творческий. Все. И все. Да, и все. Ну и, в общем-то, тут много и не надо говорить. Сам проект, он говорит за себя. И опять же, вот в правильной, то есть этот piece of art, он должен находиться в правильной обстановке. И вот мне кажется, вот причем тут еще несколько еще букв. О, вот. Нет, издалека смотреть нормально, вблизи не надо. Он и издалека, и изблизи просто шикарен. И самое главное, это поместить его в правильную обстановку. То есть обстановка правильно. Yes. Супер. Обстановка. Я бы еще хотел, ну, чтобы он еще и упал. То есть это был бы, ну, самый. На обстановка мне нравится. Катюша, это вот, ну, твое рабочее, то есть, я бы даже сказал, место для, ну, творчества. То есть творишь. То есть тут другие художники тоже творят. Я так понимаю. Творят. В общем, это художественные мастерские. Так, самый Катя. Вон, за нами такси есть. Ура! Все, приехало такси забирать проект. Ну, это такси. Окей. Ну, еще раз, художник. Художник из piece of art.